Всем привет! Привет! На связи Анапа. Сегодня я вам хочу рассказать о медузах. Может, кому-то эта информация понадобится. Медуза в Черном море. Сейчас вот в сентябре. Что такое? У нас сентябрь. Что-то и повыбрасывала на берег. И какие вот они. Желейки. Хочу сказать, что вот такие вот медузки с фиолетовыми краями, они более жалючие. И есть без фиолетовых краев, они практически не опасны. Ну, так, по крайней мере, говорят местные жители. Вот. Также они в августе более жалючие, чем, допустим, другие месяца. Июнь, июль они. Люди медуз, в общем, ни разу не видели. Менее жалючие они июнь, июль. В августе они такие прям жалючие. Но, опять же, ужалят вас. Это не опасно. Будет такое ощущение, что вы кипятком обожглись. В принципе, терпимо, так что многие их берут в руки, и дети местные кидаются ими, как с мешками. Так что купайтесь, не бойтесь и наслаждайтесь. Всем пока-пока. Удачи. И такой вот получился маленький коротенький сюжет под закатик о обитателях Черного моря. Также обязательно буду рассказывать об обитателях Черного... Ой, мамочки, напугалась! Обитателях различного Черного моря.